смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Ракеты просит небосвод и вмерзшая в снега пехота. Через слово донести тяготы тех страшных лет войны. Затронуть струны души каждого из 1,5 миллионов телезрителей. Цель проекта – читаем и чтим. Идею акции несколько лет назад подала телерадиоведущая Софья Ковалевская. Она предложила прочесть стихи к 70-летию Дня Победы. Руководство канала инициативу поддержало. И слышался шепот среди тишины: «Навеки с тобою, навеки с тобою». Они повторяли за час до войны. Эта проникновенная акция памяти пользуется популярностью уже 2 года. Первыми в 2015 году стихи читали сотрудники телеканала «Планета-1». В 2016 в роли чтецов попробовали себя члены правительства и аппарата губернатора Оренбургской области. «Ты не жалей меня. Твой взгляд сказал, что ты ошибся малость. Не забывай, что я солдат. Солдата унижает жалость». То стихотворение, которое я прочитал, знаю наизусть и не один год. Но когда вот в той вот атмосфере, где проходила запись, я начал читать, я не скрою, у меня и голос дрожал, и даже приходилось пару раз перезаписывать это. В этом году проект стал еще более масштабным. Теперь принять участие в акции может любой житель города и области. Искренне о великом подвиге тех, кто боролся за победу в Великой Отечественной войне, можете рассказать и вы. В этой акции «Читаем и чтим» каждый оренбуржец может почтить тех, кто погиб, и напомнить будущим поколениям о том, что было. Мобильная студия телеканала ОРТ «Планета» будет работать в эту субботу, 29 апреля, в торгово-развлекательном центре «Восход». Каждый из нас может принять участие в акции и наизусть прочесть бессмертные строки в память о тех, кто погиб, ради тех, кто жив. Инна Маркелова, Виктор Яковлев, «Новости дня».